мы с Леной поменяемся жизнями. Это полный бред. Я сейчас Лене позвоню, скажу, чтобы все. Мне там реально вся жизнь. Нормально, у меня яйца, не надо здесь. Всем большой привет, с вами Вика, и сегодня у меня в гостях Лена Райтман. Всем привет! Сегодня мы с Леной будем снимать необычное видео. Мы с Леной поменяемся жизнями. Я буду жить у Лены в общежитии и ездить на Лениной машине. Что у тебя за машина, расскажи? У меня машина Мазерати. И ты живешь в общежитии? Нет, у меня машина Мазерати. На самом деле, это почему-то думаешь, что это Шевроле Ланос. На самом деле, это Мазерати. Ладно, Шевроле Ланос. Можно я поделюсь своей радостью? Потому что я буду жить в лакшери особняке Вики. Я буду ездить на лакшери ее машинках. Вот, я так рада. Да, так что сейчас посмотрите это видео, где я живу у Лены в общежитии и пользуюсь Лениной машиной, занимаюсь Лениными делами. А после переходите ко мне на канал, потому что там будет крутое видео, где я живу в Викином доме. Как я уже говорила, на Викиной машине буду ездить. Вот. Надеюсь, вам понравится этот ролик, потому что мы очень старались. И не забудьте поставить нам лайки, если вам нравится такое видео. И, кстати, в этом видео будет конкурс от меня, так что обязательно смотрите этот ролик до конца. Там, видимо, это перепутали, что ли? Тут перепутали, видимо. Короче, я ничего не знаю. Замечательное утро, меня так резко разбудили. Я вчера вечером сюда приехала, было темно, я считала, там ничего не видела. Так, что бросается мне в глаза? Что тут очень мало места. Но при этом, знаете, вот, честно говоря, тут достаточно мило, потому что видно, что Лена снимает видео. Ах, я прям в шоке, молодец, конечно, Лена. Творческий такой подход. Это, знаете, как рок-группа начинает свою карьеру в маленьких гаражах, и потом вот, типа, вот мы в этом гараже начинали, и у Лены, наверное, так же будет. Буду идти на звук воды. Даже не знаю правил... В общежитии. Нормально, что я хожу в халатике вообще? Тут, наверное, общий туалет, ванна и общая кухня. Ой, вот, я нашла. Это кухня. Ну, наверное, мы потом сюда придем. Так, слышите звук? А, значит, вот душ Лены. Окей. Умоемся. А тут раковины тоже по комнатам или как? Вроде нет. Вот здесь есть зеркало. Встану сюда. Где есть зеркало, туда встану. Наверное, полотенца и салфеток тут нет. В туалет схожу. Что? Занят. В смысле, туалет занят, что ли? И что делать? А вы долго там? Ну, если не хотите умереть, лучше через час приходить. Господи. У меня травма. Все, начинаю сейчас свои утренние ритуалы. Посмотрим, что тут у Лены есть. Это чемоданчик NYX. О, женский рай. Целых 4 ящика косметики. О, я знаю, что это за палетка. Это абсолютно новая от Too Faced. Именно на этом мероприятии мы с Леной познакомились. Сидели рядом и познакомились. Ладно, пока сделаю патчи. А макияж уже сделаю после... душа, если мне удастся в душ попасть. Я так понимаю, что это целое достижение попасть в туалет или в душ в общаге. Я что-то тут зависла на Лениных фотографиях. Так, у Лены тут есть плюс. У нее тут холодильник прям в спальне. У нее тут и офис, и кухня, и спальня, все в одном месте. Авокадо, яйца и кетчуп нам не нужен, чеснок нам не нужен. О, это что у нас? Салат маше. Может, прям здесь готовить? Нет, лучше поближе к плите. О, все, я знаю, какой стол Ленин. Вот этот, потому что тут бутылочки Starbucks. Ну, тут, конечно, да, какая-то совсем антисанитария.
Итак, начинаем приготовление самого вкусного завтрака. Раскладываем на кусочки авокадо, а потом сверху будет яйцо. Сейчас, наверное, мне понадобится плита, и наверняка она не электрическая. Я выберу самую чистенькую, вот эту, самую чистенькую. Так, теперь нам понадобится зажигалка, я видела где-то зажигалка. И сейчас я продемонстрирую свои умения. Так, вот это вот. Я волнуюсь. Фух. Нет, да. Я даже не умею пользоваться зажигалкой, честно говоря. О! О, да, я сделала это! Ура! Красота! Слушайте, а завтрак очень даже симпатичный получился. Мне нравится. Сейчас за соль сгоняю. И, наверное, прямо здесь, на подоконничке, поем. Да, подойдет. Довольная я иду. В смысле? Кто-то украл мой завтрак. Кто-то съел мой завтрак. Сейчас мне придется только убирать все это. Где мой телефон? Телефон мы где, Паш? Что за фигня? Паш, ты можешь позвонить? Я сейчас Лене позвоню, скажу, чтобы все. У меня там реально вся жизнь. У меня там 50 тысяч фотографий, вся моя работа. И все материалы для последнего влога. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я сейчас на кухне забыла телефон. А он у вас? Да, здравствуйте. Я его нашла на кухне. Девушка, вы давно в общежитии оставлять телефон. Хорошо, что это я его нашла. Ой, спасибо большое. Можно с вами сейчас встретиться, чтобы забрать телефон? Ну, конечно, проходите в 24-й комнате. Спасибо. Нашли. Боже мой. Все. Где 24-я? Алло, да, девушка, это я, все, спасибо, я еще раз набрала, спасибо вам большое, извините, все, спасибо. Больше не оставляйте телефоны. Хорошо, спасибо, все, продолжаем сниматься, все, телефон со мной рядом, все, больше никуда его не отпущу. Для меня просто это реально самое страшное, это потерять телефон, ну, в смысле, из такого бытового. Я самая счастливая, здесь прекрасно вообще, потому что мой телефон со мной. Реально, скажите, ребят, это нормально, что я так реагирую на то, что нашла свой телефон? Потому что мне кажется, что это ненормально, такое большое значение придавать своему телефону. А теперь пришло время душа. Я даже знаю, где находится душ в общежитии уже. Всем привет! Что за бред? Здесь в очереди стоим. Вы в очереди? Мы с семьей стоим в очереди все. А пока я стою в очереди в душ, давайте расскажу вам об условиях конкурса. Три счастливчика выиграют три приза. Во-первых, первый счастливчик выиграет одну из шапочек, выберет сам любой цвет. Второй счастливчик выиграет снуд ручной работы. И третий счастливчик выиграет юбку by Victoria Portfolio, или белую, или розовую, с пайетками и кожей питона. И давайте сейчас я расскажу вам об условиях конкурса. Первое, что вы должны сделать, это, конечно же, поставить лайк. Второе, это быть подписанным на мой канал, потому что этот конкурс только для моих подписчиков. И третье, вам нужно написать любой комментарий, например, какой приз вы хотите получить, шапку, снуд или юбку. И, конечно же, нужно сделать репост этого видео в любую социальную сеть. А долго будет идти очередь? Долго. Да, ну, мы с 7 утра стоим. А, ну ладно, спасибо. Хорошо вам помыться. Спасибо. Угу. Так, я сейчас решила накраситься и отсюда, в общем, уезжать. Тут тоже косметика. И здесь коробка с косметикой. А это? И это тоже помады.
кстати, это тоже помада. Я в шоке. Выбираю любую толстовку и выбираю какие-нибудь леггинсы. Лена обычно так одевается, я знаю. И вот какая я красотка. Решила одеть кофточку покороче. Иду к машине. У меня есть ключи от шикарного авто, которое я не умею водить, потому что оно на ручке. Опа, открывается с ключа. У меня никогда не было такой машины, которая открывается с ключа. Вот так вот. Куда ключ вставляется? Куда вставляется ключ? Ого, я нашла. Все, ключ нашла. Как окно открыть? Надо завести, видимо. Так, пристегнемся. Или я, честно говоря, даже пристегнуться не хочу, чтобы выпрыгнуть, если что, из машины. Машина внутри, конечно, такая уже бывалая. На права сдавала, когда мне было 18 лет. Того это 13 лет назад я сдавала на права и училась на ручке. Нажимаем тормоз сцепления, заводим. Опа, открываем окно. Окно, заметьте, открывается, нужно нажать на кнопочку, не нужно вот так вот крутить, чтобы открыть окно. Так, это у нас ручник. Убрала ручник. Так, спокойно. Передачу первую. Как, наверное, типа в сторону? Нет, в сторону и вперед. О, я еду. Или это просто она с горки катится? Или мы едем? Да, мы едем. Слушайте, честно говоря, я так привыкла к своим машинам. Мне казалось, что все машины такие же внутри, как мои. Ну что, вот у меня два сиденья, там, не знаю, панель плюс-минус. Я думала, что у всех такие машины. Оказывается, у Лены машина выглядит так, как будто, например, взять мою машину, все панели убрать, с руля сверху все отодрать, с сиденья все отодрать, как будто, знаете, вот так. И так будет выглядеть моя машина. Машина же заведена. Она была заведена, видимо, так, ладно. Ой! Почему так быстро едет? Это точно первая передача? Я даже на газ не нажимаю. Это я просто тормоз отпускаю, и она уже так быстро едет. Я даже руль отпускаю. Все, я себя свободно чувствую в этой машине. Что-то не то. Что-то не то. Господи. Так, ладно. Итак, ребята, я пришла сейчас в кафе. Все-таки попытаюсь позавтракать, хотя уже прошло время завтрака. И смотрите, ситуация такая, что Лена рассказала мне, что я должна сегодня снять видео. Потому что у нее сегодня в планах съемки видео. И видео мне нужно снять, знаете какое? Которое называется «Заброшка». В общем, фишка этих видео в том, что... Я сейчас просто зашла на канал Лены. В том, что Лена ходит по заброшенным зданиям, и там происходят какие-то странные события. Я так понимаю, там могут какие-то люди без определенного места жительства присутствовать, какие-то призраки, не знаю. Здание может обвалиться. В общем, я не знаю, в чем дело, но эти видео набирают огромное количество просмотров. Я вот пытаюсь найти. Чуть не погибли сегодня в заброшке. Пожалуйста, огромное количество просмотров. Людям нравятся такие видео. Я не знаю, в чем секрет этих видео, но они очень хорошо заходят на канале Лены. Так что сегодня будем снимать именно такое видео. Будем ходить по заброшенному зданию, которое найдем в Пушкине. Ну, тут их таких много, на самом деле. Вот, пожалуйста, видео у Лены про заброшку. Почти миллион. Людям очень интересна эта тема. Я вообще не ем сладости, мои зрители это знают. Но так как сегодня я живу жизнью Лены, а она может позволить себе чизкейк, то я воспользовалась этим моментом. А я
я нашла. Это заброшенное здание, которое находится за деревьями. И вот это, вероятно, тропинка к нему. Но я не знаю, сможем ли мы по этой тропинке дойти туда. Пробуем. О, нет, тут как-то мокро. Интересно, что сейчас делает Лена? О, ничего себе, тут импровизированный мостик из двери. Но тут можно упасть, ребят. Тут можно упасть. Там кто-то ходит. По-моему, я нашла вход. Там очень темно и страшно. Я не знаю, как Лена это делает. Ладно, пробуем. Ой, мамочки. А тут фонариком можно светить? Не знаю, Лена светит таких видео фонариком? Я, знаете, посвечу. Не знаю, светит Лена или не светит, а я посвечу. Так, мне страшно. Я вообще фильмы ужасов никогда не смотрю, вообще никогда. Я один только фильм ужасов смотрела за всю жизнь. Это «Звонок» в кинотеатре с подругой мы пошли. И я тогда поняла, что ужасы это... Я лучше наверх пойду. Меня, знаете, вопрос волнует какой? А не используется ли это место как туалет? Тут стекла битые. Ребят, это опасно. Да ну нафиг. Вот тут хорошенькие две комнаты. Светленькие, вон, смотрите. Светленькие, вот это классно. Вот. Здесь уютненькие, светленькие. Пойдемте дальше в большой зал. Тут дырка в полу. Аккуратно. Тут раньше видно было очень красиво. Смотри, и в потолке дырка, и в полу дырка. О, смотри, какой большой дверной проем. Посмотри, свет. И здесь вообще, посмотри, что... Все. Блин, где выход? Все, я точно сюда больше не пойду. Все. Мне хватило сегодня телефона пропавшего, мне хватило сегодня этой двери. Все, уходим. Просто быстрым шагом уходим отсюда. Господи, голос у меня сейчас пропадет. Смотри на мою руку. Я взяла в багажнике у Лены гироскутер. Я знаю, что Лена каждый день катается на гироскутере. Ей нравится это делать. Соответственно, так сегодня я живу жизнью Лены. Я буду кататься на гироскутере. Но я ни разу не пробовала кататься на гироскутере. Не представляю, что это такое. Ну, вы поняли. В общем, сейчас буду пробовать. Это оказалось намного сложнее, чем я думала. Первые разы мне нужен помощник. А теперь вперед. А теперь вправо. А теперь влево. Вот, по крайней мере, это я могу. А, как остановиться? Ну, для первого раза я скажу, очень даже неплохо. Еще бы смотреть куда-нибудь вперед. О, кстати, я уже начинаю получать немножко кайф. Теперь я, кажется, понимаю Лену. Уже конец дня, а это значит, что пришло время меняться обратно с Леной жизнями, меняться домами, машинами. Наконец-то! Но перед этим у меня есть небольшое, маленькое, но важное дело. Нужно кое-что взять у Лены дома. В качестве сувенира. Вот эта вот кнопочка отправится со мной. Правда, тут есть Лениное имя, но я думаю, что можно вот так вот сделать. И вообще никто ничего не заметит, и никто ничего не поймет. А пока можно повизуализировать. Ой. И не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео и подписаться на Инстаграм. И большое спасибо, что посмотрели это видео. Всем пока!